Многих наверняка интересует, где живет их певец и кумир Шаман. Шаман оказался жителем Рублевки и владельцем дома ценой в 110 миллионов рублей. Элитный поселок, где обитает артист, закрыт для обычных людей. Певец Шаман в последнее время является едва ли не самой обсуждаемой фигурой на отечественной эстраде. Ведь паренек с дредами будто возник из ниоткуда и моментально при этом стал популярен. Телеграм-канал Немалахов Сливки пишет, что музыкант оказался жителем Рублевки, а точнее закрытого элитного поселка Барвиха Хиллз. Тут всего лишь 100 особняков, выполненных в стиле хай-тек, возведенных под руководством голландского архитектора. Все дома имеют панорамное остекление, террасы, каминные зоны, финские сауны, помещения для спортзала и прачечной. Это единственный поселок, где есть система подземных дорог для автомобилей, когда к каждому коттеджу ведет скрытый туннель. Благодаря такому решению улицы остаются полностью пешеходными и безопасными. Средняя стоимость домов в Барвиха Хиллз от 50 до 110 миллионов рублей.